С 23 марта в России возобновилась продажа единых билетов в Крым и обратном направлении. С 30 апреля перевозки начнутся в 7 городов Крымского федерального округа. Это Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Мы узнали цену билетов на 1 мая текущего года от Кургана до Симферополя с пересадкой в Краснодаре железнодорожным транспортом. Так, цена билета на поезде в купе до Краснодара будет стоить около 8,5 тысяч рублей. Пересадка на паром и автобус до пункта назначения составит 710 рублей. В общей сложности проезд по единому билету от Кургана до Симферополя на одного взрослого – около 9200 рублей. Идентичный проезд до Симферополя в плацкартном вагоне в общей сложности будет стоить почти 5000 рублей. Цена пересадки из Краснодара в другие города Крыма различается. Самая большая стоимость до Ялты – 810 рублей. Самая маленькая до Керчи – 560 рублей. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся по единому билету бесплатно с предоставлением отдельного места. Отметим, что цена поездки может меняться от даты заказа билета.